Самое главное, что обрел город, это новое качество жизни, утверждают сами горожане. Ощутимо это и в поликлиниках, и на дорогах, и на пляжах. Преобразования коснулись всех сфер курорта, и заметно это невооруженным взглядом. Сочи преобразился, конечно. Много стало прогулочных зон, есть где погулять с детьми, много зелени. Мы пережили пробки перед Олимпиадой, сейчас все отлично. Новые объездные, очень удобно и в центр города, и в Адлер, и в Дагомыс. Поразительно изменился, в лучшую сторону, конечно. Город просто не узнать, шикарно. Раньше здесь был стихийный рынок вещевой. А сейчас прекрасно, все ухожено, цветы кругом. Здесь были на торговой галерее, продавали вещи. Вот. В общем, очень красиво стало. Дороги, развязка. К лучшему изменился город Сочи. Всякие карнавалы проходят, фестивали проходят. Форумы, ну вообще классно все. Для жителей, для детей очень интересно, я думаю. Постоянно программы какие-то проводятся. Для молодежи тоже интересно. Олимпиада – это не только новые ледовые дворцы и горнолыжные курорты, но и 360 километров новых дорог и мостов. За 5 лет стройки город получил более 60 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. 1000 отремонтированных многоквартирных жилых домов. Проведено на курорте 700 километров инженерных сетей и чуть ли не столько же километров газопровода низкого и высокого давления. Ну а с новыми высоковольтными линиями электропередач, ТЭС и десятками подстанций общей мощностью более 1200 мегаватт для сотен сочинцев закончилось время выживания, когда без света приходилось сидеть по 2 недели. Благодаря новым очистным сооружениям, имеющим статус «наилучшая существующая технология», побережье курорта уже по праву входит в число самых чистых. Все те строения, которые были построены раньше, они как бы все остались, а новые, они украсили наш город, и очень много зелени. Все модернизировано, все более очень достойно выполнено. Город, мы очень любим свой город, он прекрасен, он просто роскошен. Дороги хорошие, туннели, да вообще внешний лучше, вид и все. И много намного привлекает лучше туристов сюда. Это тоже хорошо. Визитная карточка, конечно, юга нашей. Я считаю, лучший город курортный России. Визитная карточка. Я влюблена в Сочи. Изменения очень позитивные. Мне нравится здесь жить, я люблю Сочи. Много чего сделали, да, много чего сделано. Колоссальные изменения. Я поездил по России, по большим городам. Здесь люди, которые живут, говорят пробки. А в Сочи пробок нет. То есть настолько грамотно сделаны развязки, дороги. Реализован в городе еще один проект Олимпиады. Сочи стал всесезонным курортом. В результате работы руководства Сочи с 2014 года поток отдыхающих начал неуклонно расти и достиг цифры в 6,5 миллионов человек в год. Это лучший показатель за всю историю курорта. Благодаря совместной работе с туроператорами в летнем сезоне появились пакетные предложения по Сочи. Сложилась и тенденция к увеличению потока из-за рубежа. Ко всему прочему, и по оценкам международных экспертов, Сочи занимает 2-е место по событийному потенциалу. Самые ожидаемые спортивные мероприятия также пройдут в нашем городе. В апреле это королевские гонки, ну а в июне-июле матчи чемпионата мира по футболу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.